Полицейские нашли вандалов, сломавших надпись «Сороки» на въезде в город. Это трое парней в возрасте от 17 до 19 лет, сообщила пресс-секретарь сорокской полиции Светлана Талпе. Инцидент произошел в ночь на 11 июня. Нарушители снимали себя на видео. Какое наказание грозит провинившимся, пока не ясно. Полиция еще не установила все обстоятельства инцидента.